Короче, у нас маршрут как? Едем до поворота на базу отдыха, уходим направо в поля, выскакиваем на переезд, где Бабина, и по прямой фигачим до Щебенки, и по Щебенке полный газ выходим на поворот, где Макарова. Макарова пересекаем. Помнишь, где мы с тобой летали-то через лодку? Помнишь, летели с тобой вдвоем? Вниз башкой на квадроцикле. И оттуда по лесам мы выскакиваем на Каму. Ну что, погнали? 20-22. Вынесу новая Кама. Погнали! Давай быстрее, Юр. Подгон температуры идет. Сейчас топ-удал нормальный был. Ну да. Старенький япончик что-то у нас затроил немножко. Видать, чувствую что-то. Что-то чувствует неладно. Китайцы авантисы испугался. По-любому. Да, сегодня мы проверим вообще, что, кто. Либо старенькие япончики, либо топовые. Авантисы! А у тебя-то Кайя? Кайя. Кайя тоже решает. Посмотрим, что там у вас решает. Ну, наконец-то, закручиваем свечу. Юр, получается? Уже переоделся, уже готов, заряженный. Мы его тут полностью мотивируем и подгоняем. Нашли самую подходящую свечу под эту погоду. Погода изменчива. Приходится менять свечки на ходу. Одним словом, настроение у нас огненное, и мы наконец-то уже стартуем, а? Наконец-то! Давай, давай там, закручивай уже. Дубль 2, дубль 2! Давай, 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 родной! Давай! Хорошо! Хорошо! Ай, хорошо, хорошо! Короче, дождались, у нас проливной снег с дождем пошел. Реально снег, смотри, с дождем пошел. Да. Мы все-таки заводим. Заводим, потому что... Из него никак. Да. Давай, родной! Давай! Давай, давай! Все, все, отлично! Ну все, одевай шлем. И наконец-то мы стартуем! Что, мы доехали почти до Камы, мы сейчас в Макарово. Здесь у нас встреча с двумя нашими райдерами. Сейчас мы будем им звонить и штурмуем местные камские горки. А самое-то важное, вот же он, с нами, этот старенький япончик. Ушел, считай, появится Леха у нас в эту лужу. Не, на бревно просто вот это сюда перекладываем. Вот она, 250, какая! Пошел! Пойдет на заднюю! Красава! Поднимайся, короче. Сейчас Леха поедет, сказал. О! Я просто не могу подниматься. Переведу. Вот я. Поднимаюсь. О! Все, что? Как говорится, все ради контента. Сейчас за березку засыпаю. Пошел! Санек тоже пошел. Хорош! Давай! Пойдет горочка, да? Ты потравливай немножко сцепление. Камера не перейдет, конечно, какой здесь угол наклона. Но очень хороший. Сейчас Леха пойдет еще раз.
Пошел. Давай, давай, давай. Так. Хорош. Ох. Нифига себе. Так вот бывает. Пошел. Вот она, 250 какая. Боже, смотри. Давай. Слушай, он ничего, красавчик. Смотри, едет, едет. Хорош. Слушай, заехал. Ты чё, лёг? КТМчик. Ух ты, хорош. Есть контент. Вадим заехал, Кая, 250-ка. Утилитарный. А, полетел. Пойдет. Это у нас Аванти. А, Кая опять. Нифига себе. Вадим раскатался просто. Ох. Хорош. Это у нас кто? КТМчик. Оп. Опачки. Технично, техничная переставочка, все на ногах. Нормально, надо поменять локацию, оба, для съемки. Жесть, но склончик, конечно, огненный. Просто красавчик. Вот он, Авантес пошел. Пошел, пошел, тихонько. Пук-пук-пук, ед. Хорош. Лёха, давай! Лёха, давай! Давай, давай, давай! Конечно, конечно! Вот же, вот же, вот же! О! Чуть-чуть! Во всем наклейки виноваты! Ты зря наклеил! Слушай, я тебе беру это дерево, все еще это! Юр, нету электричества. Как? Что произошло, Юр? Обслуживаю просто. Время подошло обслужить. Ага. Искра-то есть? ТО, ТО. Есть, все ТО. Есть. ТО. 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 Короче, приехали покататься, ну и заодно сделать плановое ТО. Ну да, чё, время же есть. Лёха, он есть. Загорает, красавчик. Есть, ты давай на гору взяла, сейчас я буду ее брать уверенно на заднем. Мы, смотрите, смотрите. Мы, понимаете, ребята, мы чисто на батончиках. Просто на батончиках сидим плотненько. Дай мне тоже откуси. Да, дай, дай. Дай, дай, откуси. Нифига ты половину сразу. Чисто на сникерсах сидим. Хорош. Хорош. А, даже так, что ли? Бак, бак снимаешь? Ну да. Юха, давай удачи. Теперь газуй, пошел! Плавно, плавно!